Как-то раз в Омске появилась собака. Она была не просто худенькой, а истощенной. Собачка смотрела на людей жалким взглядом, а на ее хрупком тельце можно было сосчитать каждую косточку. По счастью, кто-то все же обратил внимание на бедное животное и решил помочь. Это был представитель полиции, который пожалел исхудавшую собаку. Так, четвероногая собачка оказалась в приюте. Когда ее увидела Анна, основатель организации по спасению животных, она была потрясена до глубины души. Женщина признается, что видела немало брошенных собак, но чтобы животное было до такой степени исхудавшим и измученным, крайне редко. Собачку назвали Кайли и взвесили. Выяснилось, что она весила всего 10 килограммов, что для 3-летней крупной собаки катастрофически мало. Понимая, что Кайли нужна медицинская помощь, Анна обратилась к ветеринару. Собачке нужно много кушать, и сейчас она хорошо питается и набирает вес. Пес сейчас чувствует себя хорошо, он счастлив, что на свете есть добрые люди, которые его спасли.